И всем привет! С вами Низирамс. И мы заканчиваем проходить Spyro the Dragon. У нас на очереди уровень Гнастис Лут. Сокровищница Гнасти. Уровень, в который я попал уже очень поздно. Это единственный уровень, где нам дают волю полетать. Когда мы выполним все соответствующие требования к этому, естественно же. То есть высота нашего полет ограничена высотой прыжка, на который мы разом прыгали. То есть вот мы подпрыгиваем вот так. Вот примерно до четвертого этого. И мы пока не можем выше взлететь. Кстати, быстрый гад. Они уже не так просты. Не, не явно быстрее, чем обычные. А попробуем в другую сторону. Не ожидал. Сломали систему бедному. Варюги. Это, кстати, только желтые и пурпурные камушки водятся. Так, а нам нужно найти дверь сокрытую. Тут двери нужны в большей степени чисто для того, чтобы увеличить максимальную высоту прыжка. То есть, вот, теперь мы куда выше можем взлетать. Под конец уровня мы сможем по всему уровню летать буквально. Но только под конец. Так, здесь пока ничего нет? Или уже что-то... Нет, здесь, по-моему, ничего нет еще. Но здесь нам придется... Ох, как придется полетать. Сложный момент. Вот здесь будет. Один из самых сложных в этом уровне, на мой взгляд. А, нам сюда нужно ключ подобрать. А, вон куда нам надо вообще. Короче, ты меня бесишь уже. Вот это, по идее, опять же, можно пешком поймать. Спокойно причем. Эту тварюгу куда проще первого. Хотя первым мне хорошо удалось обмануть, ничего не скажешь явно. Сокровищ здесь бешеное количество. Так, мы летим сюда. Вот сюда. Угу. Я тут варюгу пролетел. Так, увеличим высоту прыжка. Да сдохни отсюда. Так, мне нужно ему на перерез пойти. И это не помогает. Да ты бесишь. Ты же простой мужик. Спрашивается, где ключик? Непонятно. А, скорее всего, вот отсюда. Да. Заодно кристаллики собрали. Драконов, кстати, в этом уровне нет вообще. Нам нужно за этим дебилом гоняться. Ставьте ставки, господа. Сколько кругов мы пролетим? 10, 20, 40, 50, 1000? Кстати, почему-то я не могу взлететь выше. Странно.
Может, в эту сторону будет проще. Значит, ни разу. Либо он нас обманул, либо понял, что я его обманул и остановился и слетел куда-то. Куда? Ага. Я не понимаю, почему мне не дают летать нормально. Давай, Спайра. Постепенно, по-моему, к нему будем приближаться так. Кругов 10, может, навернем и догоним, наконец. Если я нигде не затуплю. А, вы понимаете, 10 кругов, не затупить. Я. Где-то подвох. Вот, например, сейчас я затупил так жестко там. Во что там влюбился. Уже чуть-чуть ближе. Заметно чуть-чуть. Точнее, даже незаметно, практически. Не, на самом деле, даже... Вот сейчас я присмотрелся, здесь действительно заметно ближе. Но я там опять куда-то влепился и потерял это преимущество уже. На что он опять от нас уходит. Неприятный момент. Что я его теперь снова не видел. Ну так, услышать, когда он шипит, и не пытаться увидеть его, нужно чисто лететь дальше по его маршруту. Что там, опять приближаемся к нему? Давай, сдохни отсюда. Я не знаю, вот это помогает, то, что я крыльями машу или нет. Мне хочется верить, что да, но, по-моему, ни хрена. Но я не могу. Так, еще 1-2 круга, если я не затуплю. Что-то мне подсказывает, что я уже туплю. Причем так туплю, что просто врезался куда-то. Так, вот теперь тогда 1-2 круга остается. Опять же, принимаю во внимание все условности. И зачем я туда полез? Ну, это самый сложный момент в уровне, серьезно. Я помню, я тут полчаса мог летать спокойно. Но когда первый раз сюда попал, наверное, даже больше получаса пролетал. То, что уровень такой располагает к такому. У меня сейчас палец отсохнет нажимать кнопку, которая, скорее всего, ничего не делает нам. Сейчас я должен его уже догнать. Не врезаться в него, что не врезаться в него, что сейчас врежусь. Сейчас врежусь во что-то. Нет, но сейчас я его уже не догнал, окей. Вот на этом моменте очень хорошо уходит от нас. Когда вылетает со своего гаража. Настолько хорошо от нас уходит, что у меня даже... смотрите-ка. Я был к нему так близко, что он даже не стал от меня наверх лететь. Он понял, на чем он теряет очень много времени. И начал исправлять свою ошибку. У него, кстати, чистая скорость, по-моему, чуть-чуть выше, чем у дракона. Я его могу разве что догонять, чисто благодаря маневрам, то что я сокращаю немножко маршрут, срезая вот эти
поворотики. Что вот на чистом бесповоротном пространстве вот он у нас уходит. Хорошенько так уходит. Эх, Спайра, Спайра, почему ты не приобрел себе ракетную установку на спину? Рогами бы закрепил и к хвосту привязал активатор. Машет хвостом, стреляет ракетой. Ну вот сколько тут ракетная просто атака была бы. Да. Да сдохни ты уже наконец-то, дебил, это кусок. Я надеюсь, что я действительно чисто преувеличу, что я кругов 10 наверну. Я уже... Ну наконец-то. Прости, аж закашляться захотелось. Только не говорите, что сейчас еще один дебил полезет. Нет, вроде. Да. Ух, это было жестко. Серьезно? Серьезно? Тун-т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 ун
Тут-тут-тут-тун-тун. А, куда мне идти теперь? Чуть не припомню. Мне откуда-то надо залететь повыше. Но выше, чем от хрени, я подняться не могу. У меня что-то сбивается на самом деле. У меня лимит полета выше, чем... А, нет, нет, сейчас уже нормально. Хотя нет, смотрите-ка, ненормально. Вот у меня какая высота полета должна быть, Спайра, запомнил? Большая высота должна быть. Дракон, ты кусок. Вот. Чуть раньше у меня проблем с активацией высоты не было. И тут у нас... Великая и ужасная... Комната с пурпурными камнями! Уху! Сколько сокровищ! Красавчик такой! Самовлюбленный. И да, мы прошли уровень. Все. И что у нас теперь? Правильно, конец. Spyro the Dragon, you've defeated Ganasty Ganork, collected the dragon eggs, saved all the dragons and recovered every bit of treasure in the Dragon Kingdom. How do you feel? I feel fired up, Bob. And I'm happy for the dragon world, of course. I certainly wouldn't want to spend the rest of my dragon days butting heads with Nasty Nork and his weird minions. What's a minion? Never mind. You know what they say. For every good battle, you need a good adversary. And I felt that Nasty, in spite of his misguided nature, was a worthy opponent. Uh-oh. Here we go again. Ну, собственно, пошли те же титры, но на фоне других уровней. Поэтому, собственно, их тоже посмотрим. Вот это классная идея, что титры не просто на каком-то статичном фоне, а так на фоне уровней. Прикольно. Вот мой любимый уровень. Metalhead. Тан-тан-тан-тан-тан. О,
уровень с собачками. Ох, как это, какой жестокий уровень. О, вот до этого места я на самом деле очень долго додумывался. И у меня оно получилось чисто случайно как-то. Я просто уже весь уровень бегал с этого ускорения. И чисто как-то случайно повезло. О, по-моему, первый раз мы летаем вокруг летательного уровня. Самого жесткого, кстати, летательного уровня в игре. Ну, разве что кроме вот этого полета за этим дебилом, который... Прошу прощения. Угу. Бухта этого Гнасти. Последний летательный уровень из, ну, чисто летательных. О, уровень самого Гнасти. Вот это на самом деле такой действительно красивый уровень. Яркий такой, атмосферный. И с маяком в центре вот этой воды. Ни одна овца не пострадала во время этой игры. Несколько гнорков, но ни одной овцы. Это нам надпись гласила сейчас. И мы прошли игру. 120%. Сохраняемся. И на сей раз окончательно завершаем эту игру. И завершим ее на радостной ноте убийства грабителя. Ну, я хочу это завершить на фоне своего любимого уровня из первого мира. Ладно, на этом все. Я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. И до новых встреч в следующих видео.